Всем привет, с вами Джео, и это очень короткое и в то же время подробное видео на тему, а вот как же мне встать с кровати в Star Citizen. Перейду сразу к теме видео и скажу, что есть 4 способа встать с кровати в Star Citizen. Первый — это когда вы зажимаете кнопку F, и у вас на экране появляется перекрестие, которое вы тянете вверх прямо до упора, и после чего нажимаете на надпись Get Up, и ваш персонаж встает. Второй способ встать — это зажать кнопку F и кликнуть на правую кнопку мышки. У вас на экране появится меню с быстрыми действиями, в котором нужно нажать на надпись Exit Bed, и ваш персонаж встанет. Третий способ — это нажать на кнопку Y, на русской раскладке кнопка N. И последний, четвертый способ — просто нажать на пробел, и ваш персонаж встанет. Мне написали пару человек, и у них вообще не появлялась надпись Get Up. Такое тоже может быть, и тогда стоит попытаться встать другим способом. Я же столкнулся с тем, что курсор у меня застрял, и камера вообще не задиралась вверх к этой надписи. Как бы я ни пытался. Через меню быстродействия у меня тоже встать не получилось, кнопка не нажималась, и выручил только пробел. Но дальше своей каюты у меня уйти не получилось, так как режим взаимодействия, который активируется на кнопку F, вообще перестал работать, а без него нет возможности даже открыть дверь. В таком случае мне помогла только перезагрузка игры, не просто выйти с сервера и зайти обратно, а именно Alt плюс F4 и запуск игры заново. Надеюсь, данная информация будет кому-то полезна. Спасибо за просмотр, всем пока.